Приветствую вас, друзья, и после большого перерыва мы продолжаем играть в игру под названием Stardew Valley. Да, наконец вышел полноценный русификатор, хоть и в бета-версии, но я все-таки решил продолжить наше прохождение, а дальше уже все будет зависеть от вас. Если вы будете смотреть, будем продолжать, если не будете, я буду для себя ее проходить. Итак, давайте для начала посмотрим, что у нас вообще в инвентаре. Во-первых, какая-то разбитая амфора. Это артефакт, возможно, мне нужно его отнести в музей, не помню. Я относил такую или нет? Наверное, не относил. Плюс еще доисторический инструмент есть. Тоже нужно будет отнести в музей. Так, ну и все остальное у меня. Всякие продукты. Меч обсидиановый. Золотая кирка. Золотой топорик. Так, чего-то не хватает. Мотыга есть, коса есть. А нет, все, да? Всего хватает. Итак, значит, у нас 11-й день зимы. Я помню, что я ничего выращивать не могу, только заниматься животными. Так, давайте, во-первых, переработаем, точнее, поставим на переработку очки. Всякий мусор можно перерабатывать в различные ресурсы. Вот, например, очищенный кварц я получил из какого-то мусора. Так, ну давайте теперь пробежимся по животным. Так, во-первых, как видите, разрушился забор. Нужно будет потом заменить. Так, давайте тогда заглянем в пещеру для начала. Тут должны быть грибы. Нет, видимо, я их собирал. Так, теперь курам зайдем. Надеюсь, они там не померли. Смотрите, еще с этой стороны забор разрушился. О, папа, сколько яиц. Это хорошо. Яйца мы, понятное дело, будем перерабатывать в майонез. Майонез у нас продается неплохо. Так, ну давайте разместим немного сена. Как это сделать-то, я забыл. А, вот, я вроде набираю. Так, сена, я помню, я запасался сеном на зиму. Так что, наверное, должно хватить. Если не хватит, вот я специальный сундук, помню, делал. Если не хватит, будем покупать. В свободной продаже сена есть. Так, теперь мне нужно полайкать каждую курицу, чтобы они не обижались и несли яйца. Так, и все. По-моему, здесь все нормально, батарея есть. Да, давайте тогда выходить и зайдем теперь. Кто у меня там еще был? Я уже забыл. По-моему, корова, то ли свиньи. По-моему, корова, да? У меня же молоко откуда-то есть. Да, скорее всего, две коровы у меня есть. Тоже их полайкаем. Так, и ведро, ведро, ведро. Вот оно. Мы будем их доить. Так, а как это сделать? Я совсем забыл. Ага, все, вспомнил. Так, ну потихонечку вспоминаю. Я помню, что я остановился на какой-то пещере в пустыне. Там много всякой срани я нашел. Кокосы какие-то. Еще что-то интересное. Так что в скором времени мы отправимся опять же туда. Так, это инкубатор, я так понимаю. Ну все. Подоил я коров. Да, два молока. Из молока мы получаем сыр, я тоже это помню. Так, а здесь, кстати, забор, смотрите, отлично сохранился. Значит, менять забор мы будем только там. Так, давайте, у нас уже два сыра, кстати, золотого качества. Это просто отлично. Так, майонезик еще готов. Нет, выпить молоко не надо. Выпивать. Давайте еще яйца поставим в майонезницу. Раз, это заберем. Два. И где-то большое яйцо было. Вот большое яйцо, я не знаю, сохранить. Или из него какой-то хороший майонез получается. Я вообще все забыл. У меня, кстати, есть черничный пирог. Откуда он у меня, я тоже не помню. А, вот еще два яйца. Все майонезницы забиты, так что, наверное, мы сложим в сундук. Блин, смотрите, сколько молока у меня. Вот заборчик, кстати. Давайте возьмем. Короче, сегодняшний день я проведу, наверное, у себя на ферме. Будем разбираться. Вот у меня куча всего просто есть. Я все забыл, что я делал. Так, сыр мы будем продавать или оставим? Даже не знаю теперь, что продавать, что не продавать, совсем все забыл. Шафран, цветочек есть какой-то. Ну, наверное, цветки мы на подарки оставим. Кстати, давайте посмотрим, что у нас там с отношением. Я уже забыл даже, с кем я там завязывал. А, да, с Пенни все вспомнил. Ну, с Пенни, смотрите, у нас все более-менее нормально. Скоро будут полные сердечки. Так, вот и тут встает вопрос, что я дарил Пенни. Я помню, какие-то цветки я ей дарил. По-моему, ей молоко нравится. Еще чего-то. Я, короче, все забыл. Нужно зайти будет на Вики. Ладно, давайте сначала строим, во-первых, заборчик. Так, что я делаю? Наверное, киркой, да, вот так вот нужно убрать.
И теперь вот таким вот образом застроить. Все, забор у нас плюс еще остался. Положу я, наверное, в сундук. Откуда я его взял? Вот со среднего, да, по-моему? А нет, среднего я даже не заглядывал. Там еще куча всего, шапки какие-то, смотрите. Фуражка моряка, яркая блесна. О, тыкву я помню золотую нашел на Хэллоуин празднике. Три торта шоколадных, яйцо одно, кстати. Что он тут делает? И молоко тоже тут. Ну-ка, давайте сюда переложим. Да не пей ты сраное молоко. Вот сюда молоко, и сюда же засунем яйца. Так, а это не влезает. Ну ладно, это с собой поносим. Так, что у нас тут еще? Прочная древесина. Я помню, прочная древесина нам нужна для конюшни, чтобы сделать стойло. Сосновый вар тоже для чего-то нужен. Хмель, кстати. Ну-ка, из хмеля же мы можем пиво как-то делать. А бочки у нас все заняты, да? У нас там, по-моему, винище готовится или что-то типа того. Так, ладно. Что у меня есть? Бомба. Куда я дел хмель? Вот хмель. Подуб. Кормовое растение. А я думал всегда, что это ягодки какие-то. Видите, как помогает перевод? А ну да, это, кстати, ягоды. Острые листочки и ярко-красные ягоды. Традиционное зимнее украшение. Жрать их, наверное, нельзя. Хотя я помню, кому-то дарил эти ягоды. Так, снежный ямс. Зеленые водоросли. Я помню, я их ел. Так, раковину мы, наверное, оставим в сундуке. Черничный пирог тоже оставим. Пока что вряд ли он мне пригодится. Огненный кварц. Блин, да, тут работ, конечно, очень много. Да, не ешь ты яйца. Да, тут еще куча хрени. Еще одно кольцо. Волокно. Так, плюс еще у меня дома, по-моему, там какая-то срань. Давайте глянем. Да вот сундучок. О, смотрите, сколько у меня слитков еще. Рыба, вот кварц сюда можно засунуть. Что еще сюда можно засунуть? Наверное, больше ничего. А вот очищенный кварц. И все. Руды, кстати, полно еще золотой, смотрите, и уголь есть. Может быть, тогда начнем переплавку? Почему бы и нет? У нас три печки. Будем потихонечку все это дело переплавлять. Я не знаю, наверное, нужно половину продавать. Я не знаю, зачем я все это держу. Возможно, я оставлял на какие-то бандлы. Нужно потом с бандлами будет разобраться. Так, здесь мы получили еще кварц. Так, эти бочки, по-моему, автоматически работают. Я что-то прокачивал. Или нет, и мне нужно все-таки прикормку туда засовывать. Не знаю, вроде засунул, конечно. О, музычка пошла. Так, хорошо, ну с этим более-менее разобрались. Теперь я засуну кварц в сундук. Там, кстати, по-моему, еще какой-то аметист или что это? Рубин. Рубин, да. Рубин приготовился. Из чего он готовится, я тоже не помню. Так, ладно, давайте засунем тогда рубин в сундук и кварц. Чищенный кварц. Так, теперь разберемся с этой машиной. Она изготавливает рубины, наверное. А с чего, непонятно. Давайте попробуем запихать мусор. Нет, не прокатывает. Блин, с чего она получает рубины? Ну все, я, короче, все забыл. Ну, надеюсь, вспомню попозже. Плюс еще у нас есть какое-то письмо. Давайте его прочтем. Я слышал, что ты помогаешь людям в городе, и все очень благодарны тебе за это. Я вручаю тебе эту ежемесячную награду «Лучший сосед». Ну ничего себе. С небольшим денежным призом. Так держать. 500 голды от мэра. Неплохо. Все, писем больше нет. Блин, как хорошо теперь с русским языком. Не приходится теперь переводить каждое сообщение, каждое описание и так далее. Так, ну что мы будем делать? Во-первых, нужно, наверное, сбагрить что-нибудь в ящике. Во-первых. Блин, даже не знаю. Наверное, все с собой возьму, короче. Просто пробежимся, давайте по городу. Зайдем, во-первых, в музей. Тем более уже час, возможно, я куда-то уже не успел. Так, я помню, там вагонетки какие-то еще работали. Так, а это что у нас? Это переработка угля или наоборот как-то изготавливать уголь? По-моему, из древесины или что-то типа того. Да, из древесины получаем уголь. Но у меня только одна такая машина. Плюс еще там у меня ульи есть. Так, вот здесь вот где-то вагонетка. На этом автобусе мы можем отправиться в пустыню. Вагонетка ведет, по-моему, к кузнецу. Мы пока что не будем ее использовать. Просто пробежимся по городу,
посмотрим, как у кого дела. Зайдем в музей, зададим пару артефактов. И сколько у нас там? 35 тысяч голды. Я уже не помню, на что я копил даже. Мэр тут гуляет. Пошариться можно по помойкам, я помню. Я это дело любил раньше. Но что-то не везет пока что. На лут из помоек. О, птички какие-то. Да, совсем я забыл, как играть в эту замечательную игру. Так, ну ладно, давайте тогда начнем, собственно, с музея. Где-то он здесь, я помню. Вот он, по-моему. Надеюсь, он открыт. Да, он открыт. Так, здорово, Гюнтер, по-моему, его зовут. Пожертвовать музею. Да, все два артефакта мы можем пожертвовать. Во-первых, вот это вот инструмент. И такой вот горшочек. Так, неудобно как-то расположено все. Почему-то не могу его никуда поставить. Мешает мой инвентарь. Что, места что ли нет? Да нет, не может быть такого. А вот сюда установился. Ну, никакой награды нам не дали. Видимо, нужно еще. Случайно мечом помахал. Видимо, нужно еще собрать. Немного. Смотрите, сколько я собрал. Я не думал, что я так много всякого говна насобирал. Так, ладно. Теперь, куда мы пойдем? Мы точно сходим на пляж. Сейчас еще нужно глянуть бандлы, какие я не собрал. Глянуть мы можем прямо вот здесь вот. Так, зимний комплект я собрал, да? Колдовая, аквариум, доска объявлений. Я помню, я еще ловил рыбу. Много рыбы пытался поймать. Для как раз-то этих бандлов. Да, вот некоторые комплекты, в некоторых комплектах точнее, есть по рыбешке. Ну, этого не хватает. А вот здесь одной не хватает. Какой, кстати, карпа. А карпа я, по-моему, зимой не смогу вообще выловить. Так, особая рыба еще какая-то. Блин, ну с рыбой придется, конечно, попотеть. Но будем мы это делать в следующий раз, это точно. Так. Вот, кстати. А, нет, этот бандл я тоже не могу собрать. У меня нету яблок, во-первых. Дубовая смола, вино, кроличья лапка. Интересно, откуда ее взять? И гранат. Этого у меня тоже ни хрена нету. Так, раковина Наутилуса. Вот помните, по-моему, у меня такая есть. Я только что выложил ее в сундук. А вот ледяной геод. За ледяным геодом придется сходить в пещеру. Так, дальше на что это я смотрел. Здесь у нас я ничего не смогу достать зимой, наверное. Это я смотрел. Блин, куча бандов еще не сделанных. Так, вот здесь что мы можем? Наверное, ни хрена, да? Я все, что мог, поставил уже. Ну, мед я еще могу, но точно не зимой. А возможно, у меня, кстати, мед сохранился где-нибудь. Повидло уже есть. Абрикос. Ну ладно, этот мы тоже не сможем сделать. И этот бандл мы тоже не сможем сделать. Козье молоко у меня нету. Так, ну и заново аквариум пошел. Ну, на самом деле, не так уж и много бандлов. Так, но с ними мы разбираться будем точно позже. Так, теперь давайте что ли зайдем к кузнецу. Геодов у меня нету. Ну, возможно, мы можем что-нибудь отдать на апгрейд. Улучшить инструмент. Так, иридиумый топор. 25 тысяч голды и иридиумовую кирку мы можем сделать. Тоже за 25 тысяч голды. Давайте, наверное, мотыгу отдадим. А, требуется медных слитков еще 5. Я забыл их дома. Ну, в общем, мотыгу будем отдавать. За 2000 голды, в принципе, нормально. Ну, в следующий раз, опять же. Потому что я не взял с собой медные слитки. Так, теперь куда мы пойдем? Так, помойки я пошарился. Пенни бы хотелось еще найти, но, наверное, лучше сейчас с ней никак не взаимодействовать, потому что я забыл, какие подарки ей дарить. С нами успех. В магазинчик, кстати, было бы неплохо зайти, но я его уже прошел. Кстати, никаких червяков не вижу. Зимой, я помню, куча червяков было, я их выкапывал и всякие интересные ресурсы получал. Так, здесь у нас квестик какой-то есть. Так, не то. Это я посмотрел, у кого день рождения. Так, требуется помощь. Я хочу аквамарин повесить на цепочку. Пожалуйста, принесите сегодня в любое время. Пенни, кстати, 540 за доставку. Сделает Пенни счастливее. Ну, я не помню только, что такое аквамарин и как он выглядит. Но я принял задание. Ну, явно у меня аквамарина нету. Это, по-моему, какой-то камень, что ли. Аквамарин. Да, у меня явно его нету. Так, а когда там нужно доставить? Сегодня, на двое суток. Двое суток нам дали, ну, надеюсь, я успею. Вот, кстати, и Пенни. Ну-ка, давайте с ней поболтаем. Блин, застрял в скамейке.
Как дела, Пенни? Ой, привет, ты хочешь поговорить? Ну да, почему бы нет? Если ты обнаружишь какие-нибудь интересные артефакты или минералы, Гюнтер с радостью выставит их в музее. Об этом я знаю, Пенни. Он рассказал мне, что у него есть специальные подарки для людей. Да это я знаю. Все? Да, все, наговорились. Вот и поговорили. Давайте тогда сгоняем на пляж и пойдем домой, посмотрим, есть ли у меня аквамарин. Так, вот в этой помоечке я рылся. Нет, не рылся. Что-то на этот раз... О, аквамарин, смотрите. Вот это везение. Так, бежим обратно, пока Пенни не убежала. Пенни, я рылся в помойке и нашел твой аквамарин. Ты где? Вот, держи. Как ты заказывала. О, ты принес мне вещи, которые я просил. Ну вот и первый баг перевода. Все-таки перевод в стадии бета-тестирования. Я действительно это ценю. Вот ваша плата. Как и обещал. Да, ну здесь, как видите, у Пенни диалоги от мужского лица почему-то. Возможно, это только с этим диалогом такая проблема. Так, ну, получили 500 голды, неплохо заслужили уважение Пенни. Так, давайте получим деньги и посмотрим, сколько там сердечек. Так, я уже не помню. Одна прибавилась, по-моему, сердечко? Одну? Или нет? Кстати, у меня только с Пенни нормальные отношения. Нужно будет потом со всеми заводить отношения. Точнее, повышать отношения для того, чтобы появлялись какие-то интересные дополнительные квесты. Так, а как мне пройти на пляж теперь? Так, ну вот, как раз я здесь вроде как могу пройти на пляж. Хотя уже вечереет. Ну, как раз успею погулять на пляжу. Посмотреть, что у нас здесь. Червяков нету. Вообще нету, по-моему. Да, ничего здесь вообще. Никаких ракушек. Ни хренашеньки абсолютно. Может быть, справа... А вот, смотрите, что-то есть. Мидия есть. Так, во, вот это вот хорошо. Кораллы. Кораллы пригодятся. Тем более, они довольно дорогие, по-моему. Тут их полно. Вот, и червяки. Сразу же. Камень. Класс. Всегда мечтал о камне. Так, еще давайте кораллы пособираем. Ну и, собственно, будем, наверное, возвращаться домой. Вот еще червяки. И завтра сходим к кузнецу, отдадим, наверное, мотыгу, пока зима, и копать мне не нужно. Только вот червяков. Пока он будет делать мотыгу нам, наверное, будем копаться в новой пещере той, где мы остановились. Ну и потихонечку развивать животноводство, наверное. Ну, потому что зимой больше заняться нечем. То есть выращивать мы ничего не можем. Не сезон, как говорится. Так что придется выращивать животных. Можно, наверное, купить еще корову или две. Посмотрим, зайдем потом в магазин, на ферму и посмотрим, сколько стоят различные животные. Так, ладно, давайте тогда возвращаться домой. Сейчас мы тогда продадим, я думаю, что-нибудь. Так, во-первых, мусор на переработку. Давайте продавать что-нибудь. Во-первых, кораллы. У меня они вообще есть? И вообще, нужны ли они мне? По-моему, для бандлов они не нужны. И у меня их нету. Да, похоже, нет вообще кораллов. Только для поднятия отношений кораллы, значит, пригодятся. Так что давайте, наверное, 3 оставим, остальное мы все продадим. Еще можно морского ежа оставить. Так, что мы еще будем продавать? На самом деле, я бы продал фуражку, потому что носить я ее точно не буду. Тыква-фонарь. Можно, кстати, где-нибудь разместить. Давайте разместим где-нибудь. Так, печеньки, комплексное удобрение, это мы все оставим. Кожаные сапоги, мы, кстати, по-моему, их продать вообще не можем. Но можно попробовать. Так, картина, кстати, нефритовые холмы, нужно будет разместить. Так, сыр готов, майонез готов. Ну, будем продавать сыр, майонез, кораллы, что мы набрали. Давайте посмотрим, сколько там сена. Блин, упустил. 131 единица сена. Так, давайте возьмем тогда сыр. И все это дело продадим. Вот так вот сделаем. У нас, кстати, еще улиток разных до хрена. Давайте тоже немного попродаем. Чего у нас много, будем продавать. Много кукурузы. Дальше что? Молока много. Молока просто до хренища. Но из молока мы будем сыр делать, так что пока что продавать не будем. Давайте, кстати, возьмем яйца. И молоко, наверное, тоже возьмем. Одну бутылочку. Чтобы отправить все это дело на переработку. Так, следующий сундук. Здесь у нас экстракт света. У нас тоже его до хрена. Я не помню, для чего мы его можем использовать.
Вот, кстати, раковину тоже возьмем. Сейчас в бандл добавим. А, нет, сейчас я не смогу в бандл добавить, так что лучше оставим пока что. Так, артишок, золотая тыква. Это вторая золотая тыква? У меня их две, что ли? А, нет. А, нет, у меня одна. Да, я что-то попутал. Так, и здесь у нас сока дохренище просто. Весенние семена, летние семена, немного семян, огненный кварц. Кстати, наверное, нужно его переложить в другой сундук. Так, и крыло летучей мыши. Я помню, из крыльев тоже мы что-то можем сделать. Изумруд еще есть. Так, ладно, давайте сначала закинем на продажу все, что есть. Во-первых, кораллы. Шапку мы продать не можем. Давайте немного брюквы продадим. Сыр, майонез, еще сыр. Улитки, кукуруза. Так, немного вот этих ягод. Мидию я тоже, думаю, можно продать. Дофига майонеза. И собственно, все. Хоть немного денег мы точно заработаем. Так, теперь берем молоко, яйца. И все это дело мы на переработку отправляем. Так, погодите, я еще не продал вот эти вот кораллы. Все, теперь все нормально. Так, давайте засовываем яйца. Вот сюда, вот сюда. Сюда молоко. Еще одно яйцо. Ну и отправляемся, собственно, спать. За сегодняшний день мы практически ничего не сделали, но более-менее вспомнили, чем мы вообще занимались. Давайте ложиться спать. О, там что-то готово, кстати. Варенье, по-моему, джем, да, какой-то готов. И уголь. Так, давайте тогда ягодку засунем, чтобы был еще джем. Ежевика, кстати. Все, теперь мы точно направляемся домой. О, золото готово. Тогда давайте поставим пару слитков на переработку. Точнее, руды. Так, сделаем. Вот так. И не хватает угля. Я его, видимо, положил в сундук. Так, все. Собака уже спит наша. Так, возвращаем уголь. Сюда я хотел кварц засунуть. И все. Да, по-моему, все. Жалко, что шапку нельзя продать, фуражку моряка. Потому что мне она нахрен не нужна. Носить я ее точно не буду. У меня и так крутая гангстерская шляпа. Так, все, давайте отправляемся спать. Посмотрим, сколько мы заработаем. Ну, смотрите, очень даже неплохо. 3100 голды. Так, но уровень мы не повысили никакой, к сожалению. Так, ну ладно. Давайте выйдем на улицу, посмотрим, есть ли письма еще какие-нибудь. И, наверное, на этом мы первую серию после долгого перерыва закончим. Вот смотрите, какой снежок идет. Ну да, письмецо есть какое-то. Давайте прочтем его, и на этом мы, наверное, закончим. Я исследую забытое искусство гадания на тенях, и мне требуется предмет, известный как сущность бездны. Принеси мне ее, и получишь вознаграждение. Это нам написал волшебник. Ну давайте примем. По-моему, у меня была какая-то такая эссенция, или как она называется, темный реагент. Принести сущность пустоты. Давайте глянем тогда. Собака опять застряла. Сущность... А, нет, это экстракт тьмы. А как сущность пустоты выглядит? Или это оно и есть? Вообще без понятия. Экстракт тьмы. И там экстракт тьмы валяется. Давайте переложим тогда. Застакаем. Не знаю, короче. Будем потом разбираться. Куча у нас теперь проблем, забот. Нужно все вспоминать. Нужно разбираться. Там куча заданий. Нужно еще ловить рыбу. Ладно, на этом мы, в общем, закончим. Если вы будете смотреть, продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.